ровненько. Второй раз хорошо. Ну так уже нет. Только вперед валишься. Медленно опускаем. Форма хорошая. Он говорит, показывает, что даже если он пиццу говорит, съест, то говорит, показывает на себе. У меня, говорит, появляется вот, я говорит, вчера поел, что-то там, у него, говорит, появилось. Особо на скорость не вкладывайся. Ну, опять, блин. И опять. И там опять, и тут опять. Помнишь, я тебе рассказывал, чем легче вес, тем, ну, зачем поднимать идеально легкий вес, да? Быстро, зачем его поднимать? Еще травму можно получить, там, вылететь что-нибудь. Не туда полетит от чрезмерного складывания. Я тебе говорил, что на маленьких весах можно что-нибудь там помедленнее сделать, тут помедленнее, получить нагрузку дополнительную, зато понять. Так сказать, разминочку сделать. Вот такие же вещи, да? Вот можно помедленнее взять, остановочку можно сделать. Особенно, когда опускаешься, вот, опускаешься медленно, раз, чик, на полной стопе опускаемся. А ты быстро опускаешься и так садишься. Надо-то вот садиться, если уж правильно. Ну и опускайся тогда быстро вот так. Опускайся, ты же так не делаешь. Ты нагрузку с ног снимаешь. Хоп, и все. И также подрыв. Чик. Можно же помедленнее его сделать чуть-чуть. Не обязательно прям, знаешь, вот так вкладываться. Можно вот, вот, растянуть чуть-чуть. Можно еще так, ты же с этим же весом делал уход. То есть ты можешь так вот сделать. Оп, а здесь уходим. И все. Не вкладывайся в подрыв. Вот. Чуть-чуть пихнул от себя. Ноги разбрасывай, разбрасывай ноги. Опять ты так сел, Вов. Ну, получше, чем в субботу. Ну да, получше, чем в субботу. Потому что я видео уже субботнишнее посмотрел, но вообще такое колесо. Поэтому ты уронил-то там тогда, помнишь? Ну, ты, по-моему, даже несколько раз ронил, да? По-моему, два раза.
где правильно, где неправильно. Подрыв не надо. Опять, зачем колени обводишь-то? До этого правильно делал, сейчас неправильно. Он стал себе представлять, как он тут огромный, мощный. Вов, не обводи ты колени. Вот, опускаешься ты. Вот, опускайся вот так вот. Не надо, не надо вот так вот их заводить за колени, не надо. Ведь ничего же сложного, ты опускаешься, и ты должен опустить естественным способом, это же естественный способ, вот, только ногами одними. Зачем ты вот так вот делаешь, не знаю. Ты привалить будешь? Что вы сделаете? Не, вообще, после этого подхода. Да. Делай, можно без паузы. А вот, ну без паузы, конечно, мастера делают. Вот я, например, делал без паузы. Но это как бы усложняло. А тут все-таки на небольшое переключение должно быть. И спину не раскрылась. Прямолинейно. Ты, может быть, хотел вдоль туловища, да, потащить, чтобы по дуге не пошла? Потому что когда прогибаешься, то там как бы естественно способ могу получать. Ага. Вот, да. Вот такая пауза. Впереди сейчас осталось. Чуть-чуть осталось впереди. Хоть мы штангу и ловим в рывке, в серии, но все-таки направлять ее надо руками, жук туда. Мы же сопровождаем ее, значит взаимодействуем. Руками не надо тащить. Опять на носочки немножко.
чтобы сместилось. Вот когда ты разминался с пятнашкой, по-моему, самый первый подход, ты вырвал очень резко. Я тебе еще сказал, не надо так вкладываться. Вот если ты вот этот бы вес был так резко порвал, было бы, конечно, очень хорошо. Вес у меня упал, сейчас 83. Было 97 было. Ну, такой дуги нету, конечно, но почему, когда она у тебя зависает, ты ловишь вот так вот. Нет, пятки не отрываются, ты вот ловишь вот в передней плоскости. Надо вот сидеть, четко. Потому что вот так вот, как правило, это немножко неглубокий сет. Ну, сам согласись, невозможно вот так вот сесть глубоко. Вот так вот ты сядешь глубоко, чем вот так вот. Вот, видишь? Ну, вон даже в зеркало видна разница. Поэтому, чем вот так вот рвать, надо вот, вот. На пятки, как говорится. Вот так вот, слышал, да? О, без 15 надо еще жим сделать. И второй пятый. Дикуль, видел, поднял шар у меня на стороне. Шар, шар 160 килограмм. Ну это давно. На живот. Нет, тут сейчас увидел. Как легко. По грации. А ты слышал, что про Дикуля сказал Котлеев? Слышал. И потом это видео скинули Котлееву. Ответ Котлеева там был. Ну, комментарий был. Вов, не трёмся, а пол. Миллиметр. Ну, Котлеев сказал, что посмотрел бы я на него, когда он там стронг бы усыпал. Поднял бы то, что я там смог. Он, по-моему, придет. Он, наверное, первый этот аукти обхаток, наверное, первый. Или мне... Его освободили. А чё он? Трамп? Амир едет. А, на мир едет. А вот тебе обхода. Чё, Сань, ты во сколько? Ровно 8 хочешь? Или там чуть-чуть? Плюс 10? Плюс минус? Ну, ты знаешь, я... Ну... Плюс-минус. Вову ещё задержит, у него приседание. А, всё. Повнимательнее с опусканием, чтобы не это, не отпускать. А сколько ему лет? Молодой? Да. А, то есть он еще молодой, да? Бедный как Лев. Перевод очень важен. Почему бедный? Ну как? Назад не прикибайся, помнишь, про голову я тебе говорю? Ровно сел, ровно встал. Не надо лишний.
движение. Специально за головой буду смотреть. Поэтому Володю хреново поднимай. Знаешь, что надо тебе решить, как у тебя руки стоят? Стоять будут. Либо так ты толкаешь, либо перед посылом, ну, перед тем, как начать толкать. То есть ты вот так ставишь, опускаешь и начинаешь поднимать. Почему? Потому что когда ты вот так вот держишь штангу, да? Я не говорю фактически, образно говоря, у тебя там руки, плечи расслаблены, да? Ты просто держишь штангу. Оп! Она ушла. Ты просто пам, воткнулся. Просто как бы вот руки у тебя. Просто у тебя руки как бы сопроводили штангу, тук, воткнулся. А когда ты держишь штангу вот так, опускаешься, локти опускаешь и начинаешь поднимать, понимаешь? Ты руки-то опускаешь, у тебя начинают работать руки, мышцы. Дельты работают, сами руки работают. То есть мышцы уже начинают работать и тормозить. Когда ты делаешь посыл, они уже тормозят. Потому что они уже начали напрягаться. Поэтому постепенно, сейчас уже большой вес, не надо сейчас не экспериментировать, но постепенно надо определяться, как держать. Тем более ты уже опытный, уже можешь сообразить, понять. На маленьких там местах отрабатывать. Я ему об этом уже сказал. Да, плохо нет, что у него конкурентов нету. Так бы он поднимал еще два раза больше. Был бы, если бы маленький ридик. Он как раз, как вот читал, молодой Хибанапи. Молодой, молодой, амбициозный. И там много интересных фактов. Я, кстати, не знал, оказывается, отец Клокова сидел, да? Выбрать какое-то соревнование и подготовиться. Да, и подготовиться. Потому что завязывать как-то не получается. А зачем? Это же стиль жизни. Да, уже после себя.
Не, у меня просто было, у меня весной было такое. Тебе уж очень легко, тогда надо будет прибавить. Больно? Ну да. Или меньше? Просто надо определиться, делать дальше или нет. Потому что я в последнее время, если что болело, я просто тупо брал и завел. По пенсионерски, да? Ну, я думаю, а что это? Ради чего я буду сейчас травмировать, травму получать? Руслан, тебе планшетник нужен маленький. Там ножка такая. В этом. Как он называется? А кто нам дошел? Окей, сейчас он нам дополнительно поставит чемпиона.